В Якутск прилетели сотрудники ОМОН и СОБР, управления Росгвардии по республике, которые на протяжении 3 месяцев несли службу на территории Северо-Кавказского региона. Бойцов встречали руководители управления, коллеги, родные и близкие. Заместитель начальника управления Росгвардии полковник Николай Чичихин от имени руководства поздравил сотрудников с возвращением на родную землю и поблагодарил за образцовое выполнение поставленных задач. Через несколько дней отдыха после напряженной командировки полицейские приступят к повседневной службе, сообщили в управлении Росгвардии. Командировка прошла в штатном режиме, все поставленные задачи выполнены, происшествие среди личного состава не допущено, все нормально. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме, никаких нареканий не было. Наш отряд традиционно зарекомендовал себя только с положительной стороны.